Работы начались с обрезки пальм. Первой в списке на обновление улица Новогинская. Там специалисты экранировали 120 в Вашингтоне, более 50 трахикарпусов и канарских фиников. Обрезка сухих листьев по всему Большому Сочи производилась и ранее в рамках месячника по благоустройству. Также ведутся работы по обрезке аварийных сухих деревьев и самосевной поросли. Сегодня работников спецслужб можно было заметить на улице Конституции. Содействие специалистам по экранированию оказывают спасатели и коммерческие предприятия. Работа построена следующим образом. Мы привлекаем специалистов, которые вместе с работниками, со спасателями берут улицу, проезжают ее. Что можно сделать сразу, выполняется сразу, что требует или дополнительной техники, или перекрытия автомобильной дороги, записывается. Все данные заносятся в план, чтобы затем приступить к работе с привлечением дополнительных средств. Когда именно работы будут закончены, точную дату специалисты назвать не могут. Сухостой обрезают по мере выявления во время плановых обходов. К слову, в этом году из-за зимних заморозков теплолюбивых пальм пострадало больше обычного.